Всем привет, наша любимая игра Клан Дайк. Ну что ж, давайте поиграем немножко. У нас заканчивается 58 уровень. И не забываем, что завтра у нас, что? Все правильно, четверг. И это значит, что завтра у нас обновление. Кто любит лабиринты, поздравляю. Завтра у нас новые лабиринты. Но в этот раз должно быть какое-то небольшое изменение. Я так поняла, в этих лабиринтах. Они будут немножечко отличаться от предыдущих. Чем отличаться, это мы узнаем завтра. Ну а сегодня мы играем и готовимся к завтрашним лабиринтам. А что делать? Надо подготавливаться. Стараться сегодня много энергии, конечно, не тратить, но не тратить вообще не получится, поэтому как-то так. Надо поехать принять помощь и поставить там чего-нибудь. Так, плюс 50 сейчас сделаем. Есть. И возьму хоть... Заберу хотя бы яблоки уже. Я понимаю, что много сегодня тратить нельзя. Но опять-таки же, не играть вообще тоже нельзя. Так, морковные палочки. Морковные палочки 5 штук. Ну, в принципе, хватает. 50. Раз, два, три, четыре, пять. Есть, 60. Мне бы еще... У меня нету ничего. Я начала строить себе вторую металлургию. Нефтяной я достроила. Ну, пока он мне особо не нужен. Достроила уже дом рыбака тоже. Нужная вещь. Пусть будет. Итак, отправляемся. Принимать помощь. Что делать? Едем без остановочки. Едем, едем, едем. Сейчас пока здесь буду делать сегодня такие задания, которые не сильно затратные по энергетикам, потому что надо, чтобы хоть какая-то часть энергетиков была в наличии завтра, когда начнется обновление. Ну, это где-то завтра после 12, скорее всего. Обычно после обеда. Так, смотрим, чем же мне компаньон смог помочь. Ну, молодец. Брал камушек. Спасибо ему. Так, собрать это все теперь. Все, нет места. Ну и не надо. Не очень-то и хотелось. Так, ставим комби. Выбираем плюс 50. Этот я поставила, нет? Нет. Ага, нечего собирать. Эти уже все собраны, значит. Бывает. А, сейчас можно будет еще открыть тут. Если мне, конечно, хватит энергетиков. Это мне надо было больше, конечно, привезти. Ну, ладно, проехали. Все, построили. И следующее задание у нас. Не люблю я, когда вот это вот делается. И так догадываюсь. Следующее открыть можно. Осталась еще одна, по идее, стройка. И дадут подарочек. Ага. Я так поняла, что я сейчас не доберусь. Все-таки надо вести энергетики. Ну, бывает. Сейчас повезем. А что делать? Ну что ж, я все-таки решила довести немножко энергетиков. И чтобы продолжали очищаться камушки. Лабиринты, конечно, хорошо, когда они начнутся, тут у меня полностью все остановится, но пока весь процесс-то идет, и мы его останавливать не будем. Так, плюс 50 мне поднимать нечего, значит, можно убирать плюс 75. Так, есть камушек. Вы знаете, хочу сказать, что вот это вот у меня игра сейчас на Майле. Очень сильно удивляет, очень приятно удивляет. В плане того, что у меня здесь ни разу ничего никто не украл. Ни яйцо, ни, никто ничего не открыл. Я помню, как я начинала играть, пока у меня не было собак в Одноклассниках. ВКонтакте пробовала, ну это же было невозможно. Придешь, там уже все открыто, уже все это самое. Если вовремя сам не открыл, то уже открывать-то и нечего. А тут, конечно, все такие молодцы, и я прям приятно удивлена. И отзывчивые, конечно, тоже. Ну, хочу сказать, что Майл для этой игры он довольно-таки неплохо.
Конечно, здесь у меня соседи совсем ничего, 132 человека, ну, в плане подарков, конечно, мне катастрофически не хватает всего. Зато и заходила сейчас вот докопать, чтобы было 75. Была приятно удивлена даже обменнику. Я нашла обмен здесь. Ну, у меня, конечно, нету столько сейчас коллекций. Очень плохо, что я не смогла себе здесь купить торговца. Я, конечно, всегда это делаю, стараюсь. В этот раз у меня не получилось что-то ни с торговцем, ни с пекарней. Конечно, я сама виновата. Я купила себе случайно ткань за изумруды. Если бы оно спрашивало подтверждение, я бы заметила. Так клацнуло, оно клацнулось, и все, уже поезд ушел. А уже что, смысл уже потом чего-то говорить, если уже куплено. Так, тут мне не получится открыть, да, доступ. В общем-то, хотелось бы. О, получилось. В общем, все вот эти я смогу доставать. По крайней мере, это радует. Так, стоп, никуда не идем, стоим, думаем. Стоим, думаем. Места в санях нет. Так, что там у нас? 96. А, у него как раз по 90 камней все стоят. Я пойду помогу. Но там остров зачищает. У меня этот остров, конечно, построен, но я его еще не чистила, честно. Вообще, в последнее время очень мало заходила в игру. И не чистила. Так, 27. Чего бы мне, где и как. Вот этот может быть убрать. Хотя нет, стоп. Я нашла, чего мне убрать на 27. Вот. Два. Да не это ж. 27. И, кстати, привезла же на этот остров, чтобы выполнить задание. И на том и застряла. Так, ладно, сани сейчас надо освободить для этого дела. Попробую, если прокатит, единоразовый вариант, то да, если нет, то сделаю как положено. Ну, попытка ж не пытка. Раз. Ложим в сани. Тихо. Не буянем, ложим в сани. 5 штук надо положить в сани. Где ты? Ха, тебе еще найти попробую. Есть, положить. Есть, положили. Достаем. Просто интересно. Я, конечно, сделаю их 5, но мне просто спортивный интерес. Так, это не тут, это тут. Да, считается. Можно их сразу 5 штук и не делать. Можно так по одной 5 раз накидать. Это ж немного, раз 5. Еще где она? А, ну в санях. Это склероз. Получается так. Все. Рыба, маслечко. Следующее задание у нас. Вот теперь, о, изумрудика. Лен. Крашеный лен и стекло. Надо будет привезти. Ладно, привезем. Это не проблема. Так, теперь соберу, что тут наделано, начищено. Посмотрим, где что есть такое-то. Ну, с энергетиками фактически ничего нету. Тринадцать, десять, 12. Так, 7. А, я могу только 2 уже забрать и 1 единичка. Чего такого там, например, песок. Все, так надо крашеный лед сделать. Ладно, займемся этим делом. Но сначала надо посадить. Раскрутили. Так, это значит, мы вот тут все вот это убираем. Не, хлопок мы трогать не будем, хотя можем пока убрать. У нас тут капусточка, капусточка, рожь, так все.
Вот продукция, овощные комплексы. Так, садим теперь. Садим мы чего? Лен 30. Ой, я, наверное, сразу это пропущу. Чуть-то я морочила себе голову. Где этот лен? Раз, два. Есть. 30. И свекла, по-моему, там. Свеклу, кстати, надо поставить, чтоб делалось. Есть. И рожь поставить, чтоб делалось. Все, мы это сделали, правильно? Ой, это не тут, это тут. Теперь обменять надо. И будет у нас плюс 50. О, так это вообще здорово. Так. Значит, вернем капусточку. Ладно, перец поставим. Что делать? Так, 6. У меня всего 37. Это значит, я могу съесть. Раз, два, три, 36. Потом я съем 56. И сделать два крашеных льна. Два льна. Это 20 и 30. Ай, не надо нам лишнего водить. Валялось там. Так. Будет 106. Радует. Ладно. Кормлю потом еще сегодня их, может быть, на завтра что-то соберу. Не могу же сегодня вообще не играть, из-за того, что завтра будет обновление. Едет очень долго наша матрешка. Кстати, убрать комби. Все собрали. Все собрали. Так. Теперь приступим. Раз, два. Как быстренько и хорошо все получилось. Отлично. Разжечь огонь. Это все. И так. 106. Кого мы будем убирать? Это значит, у нас вот есть 90, 120 нету, да, у нас? У нас и нету 120, у нас есть 95. Так, 84. 2, 3, 4, 5. Все. Я просто хотела вот это убрать, с него больше выпадает покушать. Поэтому убираем его методом исключения. Ну, где моя дамочка ходит? Вот так, отлично. Нам нужны энергетики. Пока есть ничего такого легкого в кушании. Это будем расчищать путь. Ну, как раз 16. То, что надо. И открыли последнее. Все, запись добавлена. Предыдущие записи надо убрать, если есть. А, предыдущих нету. Ну и отлично. И, в принципе, я думаю, что на сегодня видео можно заканчивать. Всем пока!